Так, ребят, всем здорово, ребятки. Сегодня отыгрываем в лиге BFC, вашей любимой лиги на планете. И я думаю, что сегодня мы закатим шоу. Против нас играет наш друг, прекрасный Турко Зиги. И, ну, постараемся сделать хороший бой. У нас, естественно, большое преимущество в стамине. При этом мы особо не проигрываем в борцовских каких-то навыках. Только единственное, что, конечно, у нас похуже... Похуже эти... Как он называется-то? Тейкдаун, и все. В остальном мы, наверное, даже лучше, особенно если брать игру снизу. Ой, хорошо, молодец. Блин, хорошо поработал он мне по голове. Если по корпусу у нас еще есть какое-то преимущество, то по голове абсолютно нет. Хорошо накидывает, кстати. Блин, хорош, хорош. Отлично, отлично, ребятки, отлично. Ой-ой-ой, молодец, молодец. Прекрасно, прекрасно. Отличный сабмишн от нас. Мне кажется, здесь у меня будет еще один шанс сделать ему сабмишн, что приведет к окончательному, к окончательной победе, да? Так, хорошо, хорошо, ребят. Это уже вторая такая победа аналогичная, где нас, в принципе, в стойке унижали немного, да? Но пришел партер, и в партере мы уже показываем, кто здесь батя. В партере мы, конечно, хороши. А нашему сопернику я выражаю большой респект. В стойке он был хорош. Я даже был удивлен, что он так легко разбивал меня. Я думал, будет более конкурентно. Но парень показал, что в стойке он реально монстр. Поэтому я желаю ему всего хорошего, побед. Ну а вам я желаю хорошего вечера. Красивого пивка холодненького и скуфского движения. Ребята, всем удачи и всем пока.